Паин дан эго ге мадени мадемиан эйнай пай деусин парату ме арескунтус. Так, файн это фэми, да? Я бы сказал. Что не может быть ни для кого никакого значит, ну, воспитания от человека, который не резко это быть, ну, видимо, быть хорошим просто от нехорошего человека. Угу. Да. Угу. Да. Дмитрий появился. Добрый вечер, да. Критиес, да? Критиес де кай алкибиадес. Ук арес. Арес контос аутой Сократус. Умилесатен хухрону хумилейтин авто. Ал эутхюс экс архес ормокоте поэстанай постос тесполиос. Критий и алкибиад не... Арестокон, так, подождите, а то есть Сократус. Хомилесатен, да, это тоже, это двойное, двойственное число, да, хомилесатен. Они, значит, общались с теми, так, какой-то странный порядок слов. Арескунтус Сократус, это как будто генитивус абсолютус здесь стоит, нет? Так, сейчас. Я просто не услышал. При том, что Сократ не нравился им, тем не менее они общались. Гонхронон, гумилетон, то есть это, видимо, аккузативус темпорис, то есть в течение какого-то времени, в течение какого времени они общались с ним. Ну то есть они с ним общались, в то время, которое они с ним общались, вот как-то так. И тут же из архес, экс-архес пока не понимаю, что это власть или это начало какое-то, ормау это прийти, по-моему, или наоборот пойти. Может быть, изначально устремленные пойти на войну? Хотя нет, тесполио. Ой, давай не войну, это полиос. А тогда это стать во главе полиса. Хотя и изначально стремились, исходно стремились. Не знаю, как Эутхюс тут передать. Снова сейчас. Да, хотя они прямо и сначала стремились стать во главе полиса. Да, хотя и общались с ним долгое время.
Да. Эти гар Сократы и Сюнонта сук алости малан и пехейрун диалегисхай это и смалиста прату сита политика. Значит, сейчас. Эпихейрон. Это пользоваться, сейчас эпихейрон. Нет, это налагать руку, то есть приниматься за что-то, да. Значит, еще как бы будучи Сократом, они... Да, ну, в общем, смысл такой, что когда они еще были в кружке Сократа, они пытались общаться теми, кто занимался политикой. Ну, если буквально, то они ни с кем другим не пытались общаться больше, чем с теми, кто занимался политикой. Легите гар алкибиаден прин... Сейчас не резко просто стало. Гар алкибиаден прин эйкусин этон эйнай переклей эпитропумен онти гауту простате детес полео стояде делехтхеной переномом. Ведь об алкибиаде говорят, что он... прежде чем 20, эйкос это 20, да? Прежде чем он стал, ну, прежде чем, наверное, ему исполнилось 20 лет. А переклей эпитропо. Сейчас я просто пытаюсь. Алкивиад-то где здесь? Мен онти, эутон, простате. А, диалехистхай, да? Диалехтхэй. То есть от легитой же аккузативуском инфинитива и диалехтхэй, да? То есть он говорил, что алкивиад, про него говорят, что он говорил следующее о законах, видимо, с кем? С Периклом? Который онтиотон простате детес полиос, который стал во главе полиса сам. Хотя нет, эутон. Гауту почему? В генитиве почему? Так, сейчас. Ну, какой-то гардиан, да, поверящий, наместник, может быть, нет. Сейчас. Видимо, он говорил с воспитателем, вот этим опекуном, вел разговор о диалехтхэней. Вел переговор, диалоги с Периклом, который был его... Да, поговорил. Вот, который как бы стал воспитателем, был воспитателем его или... Его, да, его, и был еще простате детес полиос.
Да, я просто думаю, а почему здесь простата женского? А, то есть это существительное, да, понятно. Понятно, да. Да, ну то есть все в целом получается следующее. Ведь говорят, что Алкивиад, прежде чем ему исполнилось 20 лет, он о следующем провел беседы, такие беседы, может быть, по поводу законов с Периклом, который был его наставником и стоял во главе города. Είπεμε φάνει ο Περίκλης έχουσαν με διδάξει τι εστινόμας. Значит, φάνει здесь вместо эфы, потому что продолжается пассивная конструкция с аккузатив инфинитивом. Да. То есть он сказал. Легитой, да. Значит, Алкивиад сказал: «Скажи мне, о Перикл, можешь ли ты как бы показать, указать, научить меня, что такое закон?» Пантас депо фаны тон переклея. Всецело да, сказал Перикл. Дидоксон де прост тон теон фаны тон алкивиаден. Покажи, научи ради богов, сказал алкивиад. Госего акуон тинон эпайнуменон, готин номи мой Андрес эйсин, гой май ме андикайос туту тюхейн, ту эпайну тон ме эйдоте ти эсти номос. Тести. И когда я услышал каких-то хвалящих, и хвалимых, вернее, и эпайнуменон, да. Что кого-то хвалят, что номи мой, это, видимо, какие-то законопослушные, что ли? Вот я просто на всякий случай посмотрю. Ну да, такой, да, observant of law, то есть соблюдающий закон, что существуют, видимо, это экзистенциальное эйсин, что есть, существуют, или что они. Да, то мне кажется несправедливо. Тут Зюхейн, твою пойну. Сейчас. Эйдота, это ведь... Почему я их всегда путаю? Это видевший. Это, ой, знаю. Да? То есть, как бы, мне кажется, ну, мысль такая, что мне не кажется справедливой похвала в отношении тех, кто не знает, что такое закон. Ну, того, да, Эйдота, потому что того человека, который не знает закон.
Да. Только я не очень все-таки помню, почему здесь мэ, а не ук. Это потому что мнение, что ли, или что? Вот вторая мэ, которая перед эйдота. Нет, там понятно, там потому что мнение, а вот здесь мэ эйдота. Мэ эйдота. А, я не знал такое правило. Спасибо. Так, значит, когда я услышал тех не, не, неких, что неких мужей хвалят, что они законопослушные люди, я подумал, что несправедливо хвалить тех, кто не знает, что такое закон. Ну, то есть он как бы к Сократу, видимо, я не знаю, или не к Сократу, а к Периклу. И поэтому и задает вопрос, что такое закон? Чтобы знать. Алуден тихліпу прагматус пітюмис, олкібіаде, фанетом переклея буломінус гноне тіестіномус. Меня единственное, что вот это уденти смущает, потому что как у нас пітюми работает, оно с генитивом. Да, хлипу прагматус это, соответственно, как-то дополнение, да, эпитимеум. А у денти это тогда оно вместе, да, и это как бы выражение в духе не, но ведь не так, что ты возжелал, что ты желаешь какого-то беззаконного, ну какого-то неприятного дела, волки. Вместе. То есть, если бы без ти было бы, то уден было бы просто как наречное отрицание. Да, но ти, мне кажется, нужно для определенности. Не желательно. А, я понял. Понял, я просто подумал, что хлипос здесь не в смысле трудный, а в смысле какое-то жесткое дело, то есть, ну, что он его заподозревал, что Перикл подозревает Алкивиада, что тот задумал какое-то мрачное дело, если спрашивает о том, что такое закон. Да, то есть он говорит. Да, я понял. Да. В общем, желая, когда ты желаешь узнать, что такое закон, ты хочешь вовсе не трудного дела. Пантас гархутой, номуей син, густо плес плетхос сюннелетхон, кайдукимасан эгрепсе. Фрадзунгатете дей поэйн кай аме. Кайгаме. Ведь все те, все это законы, все то законы, то, что то плетхос, это ведь какая-то толпа или просто люди. Мне кажется, что большинство сюнелтхон, это сюнерхомай. То есть они...
Yes. Да. Ну, видимо, да, сойдясь, да, сойдясь, то есть то, что большинство сойдясь и одобрив Докимадзо, извините, записали. Ну, в смысле, Плетхос записал, поэтому Эгропсе – это третье лицо, единственное число. И Фрадзо – это знакомое слово, но точно. Да. Да, указав, что следует делать и что не следует. Отран де агатхану миссендейн куейн это кака. Агатхане диафаны о миракион та де какау. Значит, намисен это получается причастие. Нет, сейчас. Да. Которая из двух, значит, ну, то есть, что толпа решает, что следует делать? Которая из двух, доброе или злое? Правильно? И тогда, значит, Перикл отвечает Фаной, клянусь Зевсом, доброе, а злое нет, злое не стоит делать. Так, а получается, можно минуту? Я просто думал, что фаной это отвечает Алкивиад. Так и есть, да. А почему он говорит юноша, обращаясь к кому? Нет, Фаны, нет, извините, Фаны это Перикл. Потерон де Тагата это вопрос Алкивиада, ответ потом Перикла. И Да, все, я поэтому. понял. Да. Нет, я просто потерял нить, кто здесь нету этих черточек-то диалогических, и поэтому я просто потерял, кто что спрашивает. Икона. Ян де мето плетхос, але госпер гопу олігархі естін, олігой сюнелтхонтес, грапсосін готіхре поейн таутеті есті. Таутеті. Так, ну, значит, если не большинство, а это, если это не большинство, а если это олигархи.
Да, собравшись, видимо, опять же, собравшиеся. То есть небольшое число людей, олигой, сюмилхонтос, собравшиеся в небольшом количестве, я бы сказал, написали, что следует, ну, записали то, что следует делать, то есть фактически создали свой закон. Это что? Вот, наверное, об этом он спрашивает. Таута тисти. Что это? Вот это то или... Нет, как это правильно сказать? Это то? Это закон? Это оно? Да. То есть будет ли это законом, мне кажется, он спрашивает. Это будущее. А где здесь? А Ан там в начале была. Ну, видимо, итеративус тогда. Да, вот как-то так, мне кажется. Пантофаны госанто кратунте сполиос були самінон гахре поєн грабсе номос калейтей. Значит, Перикл сказал, все то, то кратун – это, ну, субстантивированное причастие. Нет, сейчас, у нас глагол кратео. Сейчас. Нет, то кратун тесполиус, видимо, оно вместе, потому что у нас кратеус с генитив, ну, управляется генитивом, это, мы вот это обсуждали, эту тему, это типа партитивус на самом деле. А, да, компартионис, да. Значит, там, выдаваться вперед над. Меня смущает то, что дальше булисаминон, видимо, в одном ряду с кратун. Граб. Сейчас, грабсы это футурум. Ага. Все
Все то называется законом. Да. Все то, что значит. Ну, булисаминон, если выкинуть, пока, который мне мешает, значит, все. А потому что, может быть, то кротун, может быть, это кротун. Вот если бы это был бы инфинитив, тогда было бы вообще удобно. Кротун, если бы это было бы не причастие, а инфинитив. Булисаминон. Да, хорошо, давайте я булисаминон выкину. Все то, что, значит, правит городом, и все то, что правящее городом записывает в качестве того, что нужно делать, хахрепоейн, то зовется законом. Хорошо. Да. Коса здесь это не количественное. То есть все, сколько бы ни написали эти вот группа этих собравшихся, то все будет законы. Угу. Угу, да. Сейчас Салкивиад ему отвечает, вернее, задает свой очередной коварный вопрос. Кай антюрено сун кратон тес полиос грапсе, то есть пулитис ахре поэйн, кай тауто номус эсти, а даже, вернее, кай здесь как даже, даже если и тиран, вот ун, не знаю, как пока перевести, сейчас подумаю. Даже если тиран, управляя городом, предпишет гражданам, что следует делать, и даже и это будет законом. А можно с ун тогда как бы начать? Стало быть, даже и тиран? Вот так. Как бы сатюрану сархан фаны и графы, и кайтауту нома скалейтой. Да, сказал, и все то, что тиран записывает, пока правит, это называется, считается законом. Да. Беды фанай кай анумети эстинго переклейс. Да, переклейс.
А тот говорит, что же такое беззаконие и насилие, Перикл? Отвечает Перикл, да. Арух готенго крейтонтон гетоме пейсас, ала биасамино сананкасе поейнго тиан аутодоке. Разве не когда более сильный, более слабого не убеждением, но насилием, то есть сотворив насилие, принуждает делать то, что ему, ну, кажется нужным. Да. И здесь у нас получается опять итератив, да? Да, но мне кажется, что он вот с этим ананкасе и составляет итератив. Хорошо, только я начинаю немножко запутываться, потому что, по идее, сейчас должен быть отвечать Алкивиад, но там сказано, так мне кажется, отвечает Перикл, говорит. Ну вот фанайтон Периклея. То есть это не ответ на предыдущую фразу. Так, а предыдущие слова были словами, мне кажется, Перикла как раз. Угу. Вот, да, и мне тоже так кажется. Да. Да, ну то есть мы видим, что этот самый отвечает, а Алкивиад все время задает вопрос. То есть, видимо, следующая фраза тоже Алкивиада будет. Кай госара тюранос мы пейсас, тус пулитас ананкадзей поэйн графон ануми эсти. И стало быть, тиран
если он, не убедив граждан, заставляет делать, ну, записывая, то есть он записывает законы и таким образом заставляет граждан делать то, в чем он их не убедил, то это беззаконие. Вам не кажется? А вы думаете, это аномион, что ли? Вряд ли это аномион. Да. Нет, но он там уже говорил, что любая группа, которая находится у власти, или даже один человек, Перикл говорил, то, что они не напишут, это все время будет законом. Законом, да? А здесь он говорит, вот если тиран предписал что-то людям делать, но при этом их как бы не убедил, то разве не это не есть беззаконие? Таким образом, получается, что Перикл противоречит сам самому себе. Мне кажется, что это такая протошмитианская диалектика. Но он его действительно к диалектике чрезвычайного положения, да, и суверенной принуждает. Да, но вообще-то, вообще-то в Греции тирания – это на самом деле чрезвычайное положение. То есть это же штука, которая не царь, не как бы, ну, не какой-то там вот эта архаика золотая, а тиран – это тот, кто стал царем уже после каких-то других строев, там, олигархического, аристократического или демократического. То есть, на самом деле, это суверен с чрезвычайным положением, просто продлевающий его достаточно долго. Да. 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 Докей мой фаней тон переклея, а на тита мой гарто госа тюранос мэ пейсас графы номон эйней. Сейчас, а на тита мой, это... То есть это как этот самый, как немецкое «ферлегнен», «отрекаюсь», да? То есть «окей», говорит Перикл, «я решил, что...» Да, да. В общем, вот это «тогоса тюранос мэ пейсис графы номан эйней», то есть тот факт, что то, что тиран, не убедив, записал это закон, я вот этот тезис от него отказываюсь.
Да. Госе де дегой олиго тус полус ме пейсантес алла кратунтес грапс графуси потрон биан фомен эме фомен эйнай. А то, что ну, небольшое количество людей, большинство не убедив, но при этом, находясь в позиции власти, записывают. Кстати, интересно, графу си, н, здесь как бы нету, не у приставной. То, что записывают, то мы, ну, здесь дубитативус, наверное, что ли, вот этот вот конъюнктив-то, фом. А, то мы назовем ли, что нам сделать, назвать ли нам это силой, насилием, извините, или не назвать? Да. 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 Пантамы такие фаны тот переклея госсети смы пейсаса нанкадзе тина поейн, эйты графон, эйты мэ, биамалан эн номас эйней. Перикл сказал, я считаю, мой Докей, что все то, что кто бы то ни было, тис, не, к чему тот, кто бы то ни было, не убедив, принудил кого бы то ни было сделать, записав, либо нет, скорее есть насилие, чем закон. Ну, этически, да. Кайгоса ара то пан плетхус кратун, тон тахремата эхонтон графей ме пейсен биа малун номос ан эйе. Ух ты, еще оптативс ан. Так, ну, видимо, это когда потенциалис. Но даже если все большинство правящее, да, ну, следовательно, да, тогда, если что все правящее большинство, тонто хремата эхонтон, и то есть это ни от чего ведь не зависит, это просто. А, кратун, вот, понятно. Не понимаю, это от кратун вот этот тон тахрема тахонтон зависит или от чего? То есть не пойму происхождение генетики. То есть над имеющими деньги. Да. Не убедив, записывают, записывает это большинство. То есть, иными словами, есть как какие-то эти самые не обязательно богатые люди, но они находятся во власти. Да. А есть какие-то богатые, и вот этим богатым, значит, им благосостоятельные, да, и им вот эти вот люди во власти, они что-то предписывают. Да, понятно. Да. Ну да, что, пожалуй, это будет? Насилие или закон?
Мало той фаны тон перекле у Алкибиады, та и хэмэс тэли кутой, он ты с дэйной та то яу тэ эмон. Сейчас. И мало то, это какое-то выражение, мне кажется. Более того. Хорошо. Мне кажется, ну, то есть, вот эта вот содержательная часть, и мы, будучи в таком количестве, кажется, таликутой, да? Да, ну, как, еще есть просто столь большой или сильный? Да, мы были очень хорошо умели делать такое вот. Ну, нужно иметь определенный энтузиазм, который не до всякого возраста сохраняется, чтобы вот этими вещами заниматься. Ну да. То я вот агар кай эмилитомен кай эсуфидзометха, да, эсуфидзометха гояпер кай сюну не мой до кейс мелитан. Мелитан. Ми мелитау, это же не заботиться ли или какой-то другой? Так, сейчас еще на всякий случай. Вообще-то мелитау еще есть значение изучать. Вот я вижу здесь. Или просто как бы преследовать какую-то мысль или идею. Короче, сейчас я подумаю, что-то сказать. Значит, вот как раз эти-то вещи мы, ну, как бы то ли их изучали, то ли о них беспокоились. Или томен. Это имперфект. И эсуфидзометха – это суфидзо... Можете упражнялись, на самом деле, он говорит. Так же, как и ты теперь думаешь, что... Не знаю, как тут эмой, мелитан. А, как мне кажется, ты сейчас, ну, как бы упражняешь. Да, нет, я хочу просто конкретное значение посмотреть. Софидзо и мелитао. Ну да. Да, я посмотрел, да. Ну, софизмом это как бы просто размышлять над чем-то. Хотя нет, здесь даже, видите, тут есть значение со ссылкой на Платона, видимо.
Ну да. Просто здесь ссылка на оно это софидзо exercise one skill. Софидзо. Но в медиальном значении. Да, там, по-моему, плхма, я не знаю, что такое. Это, если что, это римская вторая, потому что римская это медиальное значение. И это вторая арабская, там написано кума акузативус реи, и вот там есть exercise one skill. Видимо, Платон пл, это же Платон. Вот хп ма, это что такое? А, ну понятно, да. Да. Ну что-то вроде какого-то дрилла, который бессмысленный, вот как бы. Тондел кебиаден фаней эдхесой о периклейс тоте сюне геномен хоте дейнотатас геуту тауте эстха. Да, Квиат сказал, о, если бы, о, Перикл, если бы я, значит, с тобой тогда общался, когда ты был в этом самом мире. Ну, как бы самый в лучшей своей форме, видимо, я уту как бы самого себя, то есть, ну, я так понимаю. Да. Да. Мне кажется, что это можно реконструировать как бы смысл. И у нас ведь может прибыть превосходная степень. И этот самый, и тогда как бы компаратионис с партитивусом сливаются, да, то есть если бы был бы дейнотатос и потом тон, политон, да, то самый мощный, самый там талантливый среди граждан, то есть, как, ну, это и партитивус, и компаратионис, вместе, как бы. И Яуту, мне кажется, здесь тоже, вот если взять тебя в каждый момент времени и выбрать тот момент, когда вот среди всех твоих моментов жизни, когда ты был в самой лучшей форме. Вот такой смысл. Это не может быть какое-то просто хронологическое указание в свое время. Ну, такая оно выпущено просто. Угу.
Только мне кажется, он просто сожалеет по поводу того, что он с ним не это самое. Он не признает, что это просто упражнение, а что, мне кажется, он сожалеет, что с ним нельзя поговорить, он от него как бы отбрыкивается. Типа сейчас ты такой, считаешь себя таким опытным, что о таких вещах и считаешь недостойным говорить. Да. Да. Хорошо. Эпей той нун тахиста тун политеуменон юпела бон крейтонас эйнай сократей мен укети процессан. Так. А, когда же быстрее всех политеуменон? Политеомай, что ли это? Да. Да, я просто думаю, почему здесь медиальная форма? Юпела бон, юпаламбано. Какие-то новые слова пошли неизвестные. Так, юпаламбано. Это означает либо поддерживать, либо принимать, либо предполагать. Да, предполагать. Значит, самые сильнейшие из Крейтонас, из тех, кто занимается политикой, предположили, что да, наверное, скорее так. То есть они большие... Сейчас. Не очень понимаю, как... Кто здесь, собственно, настоящий субъект? Ну, наверное, и когда таким образом те, кто занимается политикой, быстрейшим же образом предположили, что они самые и, соответственно, самые сильные. А, да. А Сократу они еще не... А, уже теперь, окей, просто оно еще и уже. Они уже не, видимо, ну, как бы не приходили тут просто ими.
Ну, больше уже не хаживали к Сократу, да, что-то такое. Утагараутой салус эрскен ите проселтхоен гипергон гамартанун эленхоминой эхтонтон. Эрскен. Ареско, который сегодня уже было. Значит, он... Видимо, Сократ имеется в виду, да? Больше им не нравился. Хорошо. И если, и даже если приходил к ним, они Эхтонто, это Ахтомай, были удручены. От чего? От того, что они были им порицаемы, эленхоминой. Да. Так, сейчас. Да. Да. Ну, по поводу гипергон, по поводу того, как будто тут пропущено, то есть гон это видимо какие-то штуки, и пропущено как будто бы какое-то относительное местоимение, то есть гипергон гамартанон, да? Он их, то есть они были удручены тем, что они были изобличены относительно насчет вещей гипергон, в которых они как бы заблуждались или прегрешали гемартон. Ну да. Да. Тадетес полиос эпратон. Он пергенекен гонпер. Агон перхенекен хай Сократ и проселтхон. А ну, видимо, та это какие-то таэрго, что ли? То есть делами города они занимались, ради которых и пришли к Сократу. Хорошо.
Алла кританте сократус эн хемилетес кай хаэрефон кай хаэрекратес кай кермогенес кай семиас кай кебас кай файдондас кай алой поэкейну сюнасан ух гина деме горикой эйдика никой гену инто. Просто, да. Ну, в общем, вот эти все люди, Критон, Харифон, Харикрат, Гермоген, Симий, Кебас и Файдондас и другие, они были... Угу. Да, они были собеседниками Сократа. Не для того, чтобы демо горикой, но это демос и, видимо, агорео, то есть... Ну, да, просто казалось бы, что это должно быть какое-то слово с позитивной нравственной коннотацией. Но вообще-то нет, просто не для того, чтобы стать ораторами или справедливцами. Ну, адвокатами, на самом деле, просто Диханикос есть вот адвокат. Да. Алайхина калой те кагатой геноминой кай ойко кайой кетас кайой кейус кейойс кай филойс, кай полей, кай политайс дюнайнто, колос хрестхай. Но для того, чтобы сами стали, ну, сами я уже прибавил. А, то есть это противопоставление, да, то есть те, которые пришли не для того, чтобы стать ораторами искусными или правоведами, да, но для того, чтобы сами стать прекрасными и добрыми, да, и для того, чтобы домом, айкитайс – это жителями, и айкейойс, вот я не знаю, управлять, я хотел сказать. Да. Ну да, для того, чтобы красиво или как колосс, я не знаю, как бы правильно, хорошо иметь дело с вот этими всеми перечисленными, ну, собственно, для этого они и пришли к Сократу. Только я не понимаю разницу между айкитес и ойкейос. Сейчас я хочу посмотреть. То есть домочадцы и прислуга. Это родственники здесь, да. И с друзьями, и с городом, и с гражданами они могли красиво обращаться. Изящно. Ну, правовед, мне кажется, тот, кто, может быть, теоретически изучает. Я неправильно сказал, мне кажется.
ну мы можем смотреть, не знаю, как во времена Мандельштама. Кайтута нудеи суты неотерос, суты пресбютерос. Так, это гон или он? Он. Ут эпоэса, как он уден, ут айтиан эсхен. И из них никто не старший, не младший, не сделал ничего плохого, не был виноват в том. Ну, я нашел, что еще это был воспитанник просто привилегированного училища правоведения. Так что, скорее всего, в петербургском контексте это было еще и да. Мне кажется, это все-таки больше теоретическое. Я неправильно перевел. Потому что там, мне кажется, речь шла о том, чтобы именно говорить, опять же, практиковать вот эти вот речи. И то есть быть практиком. А правовед – это все-таки больше такой ученая специальность. Теоретически больше правоведом. Вот то, что очень распространено и популярно в американских университетах, то, что у них тут часто называется философией, на самом деле это просто практическая этика. Ну, разрабатывать какие-то вещи, вот, например, там, я не знаю, эвтаназию разрешить, не разрешить, нужно провести дебаты, подумать, там, вот,